Ну вот, собственно, прошел вдоль аквапарка. Я спустился на землю, чтобы дать вам лучше торговые виды. Вот так. Вот прошел вдоль аквапарка и все вот по такой кленовой тенистой аллейке, по прекрасной брусчатке и попадаю на улицу Черноморская. Ну, ты, грубо говоря, Черноморская, она же это параллель идет. Какие-то запахи вкусненькие здесь. Хотя сомнительно, что здесь может быть что-то вкусненькое сготовить. Сказка здоровья, мы открылись. Эти новинки. Молочные коктейли 90, фреш 90. В деревянном стиле. А вот еще столовая открылась. Там торговые еды не сделали. Дальше здесь машинки. И дальше смотрим. Параллею прогуляюсь. Параллея от моря. Полностью он битком все. Погода не очень все здесь шастает. И вот идем от моря. Видите, как резко все наполнилось народом. Сразу заработали все палаточки. Тату из восточные сладости. Эти какие. Вот вам. Армянский сникер чучхела. Трубочки пахлавы всякие. Трубочка 50. Вот так народу. Вот, кстати, торговый центр, это торговый комплекс, который делали. Ну, видите, как уже вроде как и доделали, вот они ролеты, а здесь вот еще не доделали. Не до конца. Это аренда ролетов. 8-918-146-58-18. Новый этот. Ну, и здесь вот еще чуть-чуть не доделали. Уже, видимо, к следующему сезону там делают. Кукуруза 3 штуки, 100 рублей. Как видим, все уже работает. Раскочегарились к середине июля только. Благодаря местным властям и нашему правительству и государству. Знаете, как все оживилось. И лесопеды. Всякие развлечения, и где музыка звучит, где объявления, пиво, вино, вино, компоты продают. Такое вино на разлив никогда не покупайте, там спирт, винный спирт с ароматизаторами намешан. Он даже кормилица везет. Продукты кубанские якобы. Вот встреча кафе. Как-то я здесь был. Пиво здесь дерьмо вообще, дорогое дерьмо, с утра там башка весь день болела, просто пива вообще не бывает. Ну а так здесь вот сфотографироваться можно, вот райский уголок, райская птичка, фонтанчик с камнями, видите, рыцари, бочки винные. Вот с бочками фотографируются. В общем, народу здесь много. И везде на параллели много уже народу. Самса 60, хачапури 50, сосиска в тесте 30, гира шаурма, тоже сладости. Последний раз, когда обзор сделал, здесь вот были ремонт в полном разгаре, но видите, все уже готово. Даже шашлычки уже продают. Все открыто, отель «Фаворит».